Новые митинги против приема мигрантов в Нидерландах. Массовые акции прошли в провинциях на востоке и юге страны. Сотни человек требовали отказаться от планов по строительству центров для выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Люди уверены, появление даже нескольких сотен приезжих в общинах с населением менее 30 тысяч человек нарушит размеренный быт местных жителей. А власти Дании решили пойти еще дальше и сделать так, чтобы у мигрантов и мысли не возникало сесть в этой стране. Парламент одобрил закон, согласно которому у прибывающих будут конфисковывать драгоценности и суммы свыше 10 тысяч крон, это около 1500 евро. Эти деньги должны хотя бы частично компенсировать затраты на расселение приезжих. Кроме того, получить вид на жительство в Дании теперь будет сложнее, а разрешение на то, чтобы перевести в страну еще и свою семью, мигрантам придется ждать не год, а три.